В 2 часа дня тысячи самарских студентов и преподавателей собираются на улице Молодогвардейская. Каждый вуз со своим флагом. Колонны идут до площади Куйбышева, где первокурсники приносят клятву преданно служить науке и своей альма-матер. Клянемся! 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 На самой большой площади Европы самарских первокурсников посвящают студенты. С этим их поздравляет губернатор. Все больше выпускников выбирают для продолжения обучения вузы Самарской области. В этом году уже 86% из них, в том числе 1353 медалиста, остались учиться в регионе. При этом значительно, до 30% выросло число поступивших в самарские вузы абитуриентов, проживающих в других регионах России. Я шла в самом начале, для меня это гордость такая за город, за мой университет. Я очень рада, что такие мероприятия у нас будут проходить. Я надеюсь, и на следующий год такой же будет. Это было очень приятно, такая сплоченность, такая энергия. Все студенты, правда, слились в одно, просто весь поток сильный такой. Я очень рад этому. В Москве парады студенчества проходят уже 14-й год подряд. Теперь такая традиция появилась и в Самаре. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.